Доброго, сколько у тебя мана? Это у меня в процентах. Все, 31 тысяча. Час 31,5. В ДЦ 56. На присутствие проверка. Че, это медведь был, да? Ну ладно. Ну, уже медведь, да. Сейчас я подойду, я-то 10 там мапал. Разберусь. Артемия, они просто любят медведей. Раздается проверка? Да, он дается и исчезает. Ну типа мы заняты, а ты нам мешаешь просто. Все, можно слакать. Нас, вас не проверят. Будем на первый и второй рассчитываться сейчас. Слева направо или сверху вниз? Тут поосторожнее, наверное. Тут где-то еще одна ловушка должна. Ладно, она походу где-то далеко. Бля, ну бля, что-то вы до хера трэш собрали. Лёха, давай. А, тоже умер? У нас все танки лежат. Еба! Помогите, бля. Ну, помогите. А что, там только я умру, хилит? Ну, адмирал в Долоране, Элбрил хилит, Полина хилит, Кирс хилит, ну Кирс в ловушке стоит, Войд без мана остался. Давайте, совы, мы можем остановить это нашествие. Захил Брун! Тайфунил за все. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Это тактика такая, да? Засилил бы. Нурглет, веди их обратно, может, а? Туда, назад. Отойдите, они клюют. Ну ладно. Адмирал здесь? Ну, да, Варане. Рейдер. Блять, пустует рейд. А толку от этого ноль. Подойдите их сюда немного. You shall not pass. Тайфунома. Теперь наша задача ясна. Мы заставим короля Лича ответить за все злодеяния и спасем палачей. Любезно спекли. Я же ответил, что здесь без входа в кого. Что ты до ура не делаешь до сих пор? Летел, спек менял. Время видишь какое уже? Половина. Может трэш, блять, почистили, когда ты спек не видишь. Серега, тебе по одному. Кто будет на фук красить по 250? Да я быстрее добегу, Андрю. О, это мат. Вы здесь? А они там кушать сели. Ну ладно. Кто с хилов здесь присутствует? Вот здесь. Угу. Вот здесь. Полина здесь. Полина хилит.
Вон, два бремаста. Хрёбаный дискорд. Я в него зайти не мог. Меня еще лагать начало. 3000 задержка, господи. Элбрил здесь. Да, тут Серёга. Где там стоит? Все, адмирал подбежал. Вроде все здесь, кроме Кирса. Кирс лагает. Так, о. Я не знаю, сейчас я ребутну комп. Вместе с Инетом и со всем прочим. Я не знаю, Кроника. У меня сейчас вместе все бегают, и у меня 4000 задержка поднялась. Я вообще не понимаю, от, с какого хрена вдруг? Библ здесь? Кто здесь? Библ. Библа в рейде нету. Онлайн. Может, в Дискорде даже был. Лена здесь? Угу. Шамана зайдешь. Сейчас? Да. Заходи. А каждый босс целка должен что-то говорить, когда мы подходим. Это только ребрат. Рыбу поставил. Ну, ты ж как бы сторожевой. Блин, каждый из этих боссов это просто страж Ильча. Нет, на входе да. Прям. Это на входе, ну говорят. И что, каждый из них это страж. Ты мою мысль не улавливаешь. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что он как бы на входе, он самый главный страж. Нет, он как дворец, он дверь открыл. Я убил, что с тобой? Так меня же убили перед это, на трэше. И некому было поднять, вот бегу. Нажмите. Он был. На умность перекинь на рублет. Таргет. Я только что сумонил. Вроде бы. Нет, мне не приходилось. Сумонов никаких. Сумоним, сумоним еще раз. Кушайте сразу рыбку, рыбка стоит. Ну вот, а у Фони... Сумон прям жопой на рыбу сразу, шлеп. У Фони качественно. Спасибо. Каску, кулак, пожалуйста. Вот и пусик. Это же обычка. Короче, в обычке только на синдре можно, да? Или вообще похуй? Все здесь, все готово. Ну кто-то лагает там. Теперь я понял, почему меня так шило. Ты опять не работал. Бейте, бейте. Да, привычка. Процентов, да. Пламя он. Уже типа 5000.
Так, потом сразу не буду начислять ЕПшку, потом сразу за все. А ты запомнишь, кто был, кого не было? У нас кто-то будет уходить. Ну, кто-то пришел. У нас вроде кто-то хотел на разных персонажей заходить, на каких-то боссов. Ну, Вы здесь потому... Коренови всех, кто придет. Полина, ракушка. Всех на карандаш, если что, да? Это на ошиб я не то что-то нажал. И не надо. Да надо, надо. На распыл думал. Тебе. Я вижу, что он с ловкостью. Ну вот меня отправили. Это опять эта фигня вечерняя. Мазур, у тебя есть лаги хоть какие-то? Сейчас нету. Ну когда я рассказывал, А вот у меня 2000 задержки. Я не знаю, с чем это связано, но походу опять... Знаешь, Кур, когда РС-ка была, так и было у меня. У тебя нормально, у меня, блядь, 2000. Теперь у меня... У тебя костыльком? Угу. Потом, попозже. А ты попозже. Да. Да. РДД там сыграйте сзади в послушник. Играем, играем. Играют не все РДД. Да, хватит нас. А, Лёх, дай систа, я вам покупателя буду закидывать. Ну ты, я сиди на замене там. Нет, понятно, что я на замене, я в плане того, что да. Те, кто будет заходить, вас закидывают. Блин, пока не надо. Если вдруг понадобится. Я что? Нет, типа боссов надо дохлеть. Даже наличие, блять, один ДЦ справляется с профилом. Куда улетел вестник, алё? Чап, ты бежи. Не откидывайтесь. Ну вы уберите это. Сейчас босса отпилите, вылетит. Афон, если у нас три совы, ты не, ни ты, ни я не отталкиваем, тогда кто это? Это я. Всё понятно. А это череп подкрывает. Скажи мне, как художник художнику, да? Он по сколько дамажит? Хочешь, проверим сейчас? По две. Я вчера хотел проверить, бегал за танками, так и не получилось. 2000. По 2000. Смысл вообще куда меняться? Типа, не напрягать швов, наверное. Он моба отхиливает. Да, и, кстати, еще дополнительно отхиливает моба. Да, моба отхиливает. Рендик, Арес. Все все бьют. Ну сами сидят побыть. Кто побью. Слева, скажите ему. Где? Слева Брун. На Брун. Все, ехал. Все, пул? Да. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Быстрее переведем, меньше трэш. В отражение там пойдите. Ты не в силе противиться моей воле. За 30 секунд переведешь. Да. Секунд 15.
Успеют. Выбирай. Довольно. Пришла пора взять. Он может не будет. Один пак трэш только вышел. Ты не в сил противиться моей воле. Бейте, Лена. Не надо, не бейте меня, ГП дам, серьезно, отвечаю. Кто-то бафа не хватает. Ой, нажмите лапу, а? Грим дал команду. Долорес, если что, говори, где осколки. Мирал не сладкий. Станки, нажмите толп. Хоть один. Спасибо. Понял, ты уболел, спасибо. Осколок. Спасибо. Вижу осколок. Говорит, я тебя породил, я тебя и убью, да? Так, сейчас лутера дам тебе, Долору, сразу. Закинешь, короче, эту всю херню кислому. Если кому-то что-то надо, скажи. А на корабле можешь с этим мишкой, Лёх? На сундук? С чем он тебя просит? Вот. Силовое кольцо, что ли? Ну, в смысле? Понятно. Кислому, а я уже был испугался. Нет, только на сундучок. Я испугался, что ты монетку будешь одеть. Так, а сурка, меч покупал. Хорошо, пока еще. Угу, и там сейчас еще челик волю собирался купить. Сейчас отпишет. Не отпишет. Чудес. Мне он героическая воля. Да, Мозер, зачем тебе воля, если можно забрать героическую волю потом? Она все равно никому не нужна. В смысле, она мне нужна. Вот это вчера был, точнее, на нашей ссылке. Я работал, извини. Как я сегодня мог? Отработал, ну, за вчера. Ну ладно, хоть отработаешь. Я уже отработал сегодня. Еще отработаешь. В ДВР не было очень. Угу. Так Алёша поставки не предложил 5000 ГП, никто играть не. Сказал, кто первый сдохнет, тому 5000 ГП. И все сразу заиграли. Работает. Как поднять настроение, Лили? Мне сегодня задали очень странный вопрос. Умею ли я играть в ЦЛК? Это новая игра. Вы вот умеете играть в ЦЛК? Вот, смотри, вон. Все, кто сейчас на пушках стоят, не били трэш, вы на пушках не будете. Фалина, Йора, инопланетянин и Артемия, вы в пушках не сидите. Она била трэш. Она в танке на 19-й позиции. Разница. Пока там били дракона, они тут стояли. Что это? Ну, а, что она в пушку полезет? Она же на своем корабле трэш держит. А ты вчера упал. Красиво. Все, поехали, не ждем этого приста. Сундук с кораблей не открывайте, пожалуйста. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! А, пианист, а можно мне на пушку? Да? Самая крайняя пушка никто не... Вон, самую левую занимай, там никого нет. Вы видите? Я бонус сам подержу. Хорошо, чем мне заниматься? Помогай Артемии. Станьте мага.
Артемия тупо стажёр, короче, да? Сейчас вы ответите перед Солнцем. Вторую пушку сядь. Какая-то дикая сова бешеная прыгает. Трэшби дикая сова. Летите. Куда под клип? Чё? Сейчас допрыгался. Да и пальцы разминаю. Замёрз. Как там погодка на улице? Да холодно, пипец. У нас наоборот тепло. Так, хорошо, что я сегодня не выходила на улицу, да? Вылези по коленах. Так. Огонь! Ты хочешь выйти, пойти до варю, подскользнешь, все пойдет. Не, дома норм. У нас погода это... Да. Грязь, короче, говно. А под ним снег. Ой, лед. За вчера было 0, минус. Плюс 4. Это ж если подскользнулся и упал, что 100% равно и грязь. Да. Бел, поставишь шкаф после сразу? Прям сразу-сразу? Ну, сразу-сразу. Я на мишку зайду. Чё-то пушки плохо работают. Давайте Мародина убьём. Что там, Лёх, босс пытается на меня сорваться, да? Не знаю. Он мне выскакивает, смена цели, вас атакуют. Да вы там не бейте, Мародин. Я там агро особо не набираю. Так он хил. Нет, там как колодец по тебе тикает, походу. И он на меня разворачиваться начинает. Да, там колодец, от колодца. С колодец еще прожжу. Там у тебя, короче, люкс, номер люкс. Колодец там рядышком. Хил. Все удобства, братан. В некоторых моментах экипаж колодец помогает вырезки хэмки. Кстати, вырезки ты видишь колодец сквозь? Замечал никогда? Видишь. Охрененно. В смысле, его из двух миров можно нажимать? Это очень круто. Он в свету показывается, когда... Когда вы смеял представить. Он как метка. Вот, фу, когда ты ставишь, она показывается и в свету, и во тьме, так и колодец. Пока, ну, по крайней мере, когда выходил с тьмы свет, был колодец. Только Элбрилла не было. Или может просто Элбрилл дох. Тогда, да, этот свету поставил, потом во тьму прыгнул. Поздно. Не, я точно знаю, что Элбрилл, когда дох в тьме, он появлялся в свету своим духом. Этот, суманяш этого Мазера и потом откроешь сундук. Да не, сейчас я тоже закину быстренько. Лут, короче, закинешь. Если кому-то что надо, пишите. Закинешь кислому на распыл лут, если надо, что пишите. Колечко хочешь с кораблей, да? Да. Сзади. Мозер, ты когда зайдешь в игру? Вот, схожу.
Поставил рыбу для остальных. И какое-то крыльцо наделить будете? В смысле, он на хули пал, я на танк? Я зашел. Кто разошел? Смоньте и останетесь, короче, на этих же пи***. Скажите, как открывать. Так, все, я в ДД. Тык. Тык. Ну, присумовано. Кстати, да, нечестно получается, у медиков нет 10%. Ну, я зайду. Че, все здесь? Запускаю. Подожди, стой, стой, сундук открывать, нет? Присум. Нет, подожди. Все здесь, все. Все, все открывай. Поехала. Мне ничего интересного. Че, я обратно на рублю? Захожу. Да, заходи. А если прямо здесь из мира выйду, я когда получу, нет? Нет. Когда я прямо отсюда выйду. А я так один раз вышел и получил КД. Ну потому что ты потом зашел и стоял, блин, здесь. Нет, я зашел, у меня... Да не, не должно, так не работает. Выше. Мешок боешка идет в ГБ. Нет, безгласно, он надгробного слова. Ассиста, дайте. Зачем? Хочу ассиста, чё? Ну, не просто так прошу. Вот эту роль тогда. Сейчас, подождите. Обмен кислорода. Подождите, а тут Кирсгорна, короче. Да нет, там ачивка ему на профа. Я говорю, если меч не упадет, тогда ему проф. Все просто. Чтоб не упал, да? Так, ями готов. Так мы и за профа получим, и за это. Там у хилов ДД есть пик? После босса, после босса. Герои, будьте начеку. Кому чё, какой шмот? Надо, говорить. У меня тут 7 шмоток. Этот, короче, после босса. Сундук после сурка не открывайте, там 2 человека суммануть надо.